Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Super Turbo Demon Busters. Так что, ребятушки, давайте-ка возьмемся за стволы и наваляем этим монстрам люлей хорошеньких. Но не забываем, что у меня очень мало процентов по ХП. Ну не по ХП, там какая-то штука есть. И я не знаю, что будет, если она дойдет до нуля. Мы, наверное, с вами погибнем, скорее всего. И придется начинать все заново. Так, ну что, как видите, вот 22% на сердце. Поехали, ребятушки. Дай боже мне вспомнить, как в нее играть. Так, гнилой гуль. Они были сынками всегда, такими и останутся. Будут получать от меня лещей еще тех. Так, отлично. Забомбили. Так, что у нас тут? О, так, деньжата. Так, надо все повспоминать. Так, ну пока все отлично, ребята. Топливо есть, все нормуль. Гнилые гули. Фух. Да, мой чувачок с дробовиком дает им просраться. О, аптечка. Похилялись. А ну-ка, высший гуль. Так, медпакет. Довольно хорошо идем, ребята. Хм, вот что значит долго не играть. Так, наваляем. Отлично, у меня даже накопился суперудар. Так, патрончики никчемные. Опять гнилой гуль. Слушайте, по-моему, мы здесь с вами сейчас прошуршим в легкую. Так, горгулька. Все. Разнесли ее в хлам. И все, ребята, выход. Уровень пройден. Причем чисто. В сухую. Дайте ящик, пожалуйста. Дайте мне ящик. Ага, конечно. Дают патрончики липовые. Так, ну-ка, ребятушки, давайте заберем. Груз доставлен. Спасибо. Так, 22%. Ну, этого мало, ребята, очень мало. Отправляем. Пускай он там дальше забирает ресурсы. Ну, а мы с вами, пожалуй, продолжаем. Ух, этот уровень пройдем. Следующий уже будет с картами. Так что надо постараться. Воу, отлично. Блин, тут очень много высших гулей. Оу, а почему он так хреновенько? Понятно, ребята, у него иммунитет к моему дробашу. Вот именно у этого зомби-солдата. Эх, сейчас, ребята, мы, скорее всего, отдуплимся. Очень мало хп, 156 единиц здоровья. Если... Да, и эти зомби у нас тут. Нелепо, согласитесь, это все было. Да? Вот вы скажете, простенькая такая пиксельная игрулечка, да? Че в ней сложного? Поверьте мне, сложнее игры я, наверное, не видал. Тут все очень жестко. Тут надо под каждого монстра подгонять определенного солдата. Оу, изувер, ё-моё. Так, отлично. Стальной завалили. Здоровье что-то уж больно тратится как-то быстро. Мне это не нравится. Так, это что у нас за хмырь? Я уже забыл. Ага, фантом. Ну, разбирается, по крайней мере, он легко. Так, что у нас здесь? Ничего опять хорошего нам не досталось. Для дробовика патроны. Так, дайте-ка, может быть, попробуем. Я не знаю, прокатит, не прокатит. Ну, будем зачищать. Ага, перезарядка. Воу, я на этой перезарядке, пожалуй, ребята, здесь и погорю нафиг. К ядре, не фени. Как вас тут очень много, а? Все, мы их шокировали. И у меня здоровья, ребята, очень мало здоровья. Звездец, по-моему, сейчас будет. Я в любую стычку войду, и меня тут же раскромсают. Да, а монстров тут, как видите, куча. Напоминает мне, знаете что, такой вот двухмерный Doom. Да, мы также бегаем, ребята, с вами по этим лабораториям и зачистку делаем. Ну-ка, дайте сундук. Есть, отлично, вот это хорошо. Так, ребята, и получаем здесь карты. Давайте смотреть, командос. Толстяк. Кредиты, 500, отлично. Бронебойные. Неплохо, и феникс. Ну, ё-моё, еще не хватало мне здесь феникса. Новый монстр, ребята, открылся. Это очень плохо. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Кредиты, 1000, отлично. Так, топливо, нафиг оно не нужно. Для бензопилы я и не пользуюсь. Ракеты, 2 штуки, это хорошо. Так, батарея тоже сгодится. И топливо, блин. Так, я могу, ребята, командоса, кстати, повысить. Все, я его повысил. Что, у нас 15 тысяч. Блин, бонус к здоровью, 440. Тут у нас 55 единиц к урону.
Я, ребята, возлагаю, как говорится, все надежды на дробовик. Это надо продать, это все хламье устаревшее. Так, толстяк. Что, у нас еще есть какие-нибудь дубликаты? Нету, да, вроде бы? Да, нету. Силач, силач. Силача мы оставим, потому что у него поражение трех целей. Во! Еще заработали, да, сундучок? Ну-ка, давайте-ка глянем, какие здесь карты. Гроза М2, топливо. Картечь. Ну, дайте что-нибудь путевое. Это, в конце концов, бронебойные. И последняя карта. Дробовик. Дробовик, по-моему, у нас повторяющийся, если я не ошибаюсь. Да, его нафиг на продажу. Это самый липовый. И грозу тоже на продажу. Да, ребята, здесь очень тяжело зарабатывать бабосики. А тратятся они здесь довольно легко. Фух, ну что же. Была не была, наверное, да, ребят? Будем испытывать судьбу, как говорится, на 101 уровне с вами. Фу, вся надежда у меня на этого командоса, так что погнали. Так, тут деньги. Это что у нас? Я уже забыл. Так, это изуверы у нас. Да, изуверы и фантомы. А, нет, это изверги. Да, это изверги, я ошибся, ребята. Так, ну-ка. Шамблер. Оу, у шамблера иммунитет, ребята. Иммунитет к моему дробовику. Значит, я... Оу, ёкалы, сколько их тут. Вы только посмотрите, как я должен здесь с ними справляться. Надеюсь, у меня, ребята... Так, толстяк. Попытаемся, конечно. Но я думаю, что вряд ли это поможет. Оу, все, приплыли. Меня здесь сейчас разберут, ребят, к сожалению. Вот это да. А сердечко-то мое постепенно хуже и хуже становится. С каждым, как говорится, проигрыш. Да ёпарасете, да что ж это, как это называется, а? Ну, ураган, не подкачай. Это у нас гранатомет. Полтергейст, ну... Ай-яй-яй, перезарядочка не получается, потому что замороженные мы. Да, не ожидал я, конечно, что так все пойдет дальше. Сложно-то, а? Дайте хоть аптечку. Да какая там аптечка? Дулю показали мне, вот и все, блин. Шамблеры эти еще. Так, ну и с гранатомета они довольно быстро разбираются. Шамблеры. Эй-хе-хе. Так, здоровья опять мало. Ну, дадут аптечку? Дали, стимулятор маленький. Но он мне здесь... Да, да ну нафиг. Да ты посмотри, что здесь происходит. Здесь монстров больше, чем, наверное, у меня патронов в автомате. Ну, отлично. Стимулятор. Ну почему маленький-то? Дали бы мне большую аптечку. Она мне здесь нужна. Как никогда. Тут шамблеры, тут ледяные эти пауки. А, я даже не знаю. Я даже не знаю, что мне делать. Где мой кофе? В заднице твое кофе. Вот что я тебе скажу, блин. Маленький стимулятор дали. Слушайте, ну, по крайней мере, он по хпшкам довольно прилично держится. Мой браток, мой воин. Так, тут до хрена. Ай-яй-яй. По-моему, сейчас упаду я. Упаду ненароком. Стимулятор, почему все время маленькие вы даете? Дайте мне хотя бы разочек путевый, чтобы я мог по максималочке восстановить себе здоровье, естественно. Все, ребят, финиш, финиш. Да. Слушайте, ну вообще что-то жесткое. Я даже не могу найти выхода. Кстати, ребята, пора, по-моему, менять тактику. Помните, да, раньше я проходил уровни, зачистку делал абсолютно всю, полностью зачищал этажи от монстров, от этих зомбарей, от всяких чудищ. А теперь мне главное, по-моему, найти выход и по-быстренькому отсюда сматываться. О, дополнительный уровень дали, это хорошо, ребят. Хе-хей, вот в этом костюмчике я могу веселиться сколько захочу. Мне здесь никто не страшен. Фух, давайте всех тут крошить. Абсолютно всех. Может быть, даже здесь немаленечко с вами подзаработаем что-нибудь. Ракет, например, каких-нибудь. Так, личинки эти никчемные. Да, я, кажется, потихоньку начинаю вспоминать. Так, это у нас кто? Скандеры, блин, да? И опять личинки. Скордеры. Ага, разобрали.
Так, тут патроны, деньжат маленько. Вот, выход мы нашли. Но здесь я уж, пожалуй, ребята, зачистку сделаю по полной программе. Такой шанс выпадает очень редко, чтобы нам дали вот этот вот экзокостюм. Как говорится, в нем побегать от души. Всех буду, этих всех шамблеров валить. Ты посмотри, а? Ты посмотри, какой он охламон. Его даже пушки не берут, вот этого вот костюма. А костюмчик, извините меня, элитный. Если я не могу пробить в костюме, то что говорить, если бы я здесь был в человеческом облике. Так, выход. Ага, спасибо. Все зачистили. Ну, сундук, хочу сундук, ребята. Есть. Отлично, это значит еще дополнительные карты. Так, и пожалуй-ка мы с вами глянем, что нам здесь достанется. Кредиты. Денег нужно очень много. Бензопила, так, пистолет, патроны бронебойные 10 штук и батарея. 3 заряда. Ладно. В принципе, неплохо. Так, надо нам продать вот этот хлам. Так, это оставляем. А по-моему, больше ничего и не выпало. Хотя нет, ребят, вот этого тоже продадим. И пила, пила, да. Нафиг она нужна. Она слишком дрещевая для моего воина, чтобы он ее даже в руки взял. Так, ну я даже не знаю, Дельта Десант, может быть, за него попробовать, что там у него. Он специализируется у нас, по-моему, по плазменным винтовкам, да? Если мне память, конечно, не изменяет. Так, ну что же, поехали. У нас 102 уровень должна быть... Нет, глобальная зачистка не будет, поверьте мне. Да чтоб тебя разорвало, а! Кровосос, горящий зомби. Слушайте, по-моему, я здесь, ребята, погорю на одной перезарядке. Оно, понимаете, это оружие всего лишь один выстрел делает. И после мне надо делать перезарядку. Естественно, пока я делаю перезарядочку, у меня тратится здоровье, потому что якобы эти монстры меня колбасят. Ох, ну ладно, хорошо. Так, это у нас, я уже забыл, кто. Подкрепимся маленько. Так, это у нас, ага, стражники ада. Вот, в говно их превратили и уничтожили. Надо не забывать, что у нас вот эти вот скиллы, наши перки, надо почаще применять. Так, 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 так. Ой, все, все, по-моему, ребят, приплыли. Блин, да что ж такое-то, а? Не задалась игра, хоть ты тресни. Даже выхода не нашел. И сердце у меня 18% уже. Это очень и очень мало. Вот что я вам скажу, ребят. И радоваться тут нечему. Потому что я не успеваю его даже восстановить. А раньше все это было намного проще. Но там были и монстры легенькие. Мне не приходилось столько раз заходить или перепроходить этот уровень. А сейчас смотрите, что творится. Так, случайное событие. Утечка ядовитого газа. Здорово, я еще и отравлю. Ох, что ж такое-то, высший гуль. Все, всех порешили мы здесь. Кредиты копеечные нам дают. Так, давай-ка опять горячего зомби накажем. Да, у меня, ребята, помимо того, что так... Вообще опупеть. Как это так, интересно, получилось-то? Ну, явно, что погиб я от яда. От ядовитого газа. Потому что здоровье у меня еще было. Задохнулись мы, типа. Так, ну эти фуфло, скорпионы, ребят, вы сами знаете, что они легкие. Так же, как и призраки. Это нам на один разок. Вот горгульки, да. Горгульки, конечно, нам делают неприятные такие сюрпризы. Так, скорпионов валим. Я просто, ребята, в надежде на то, что нам дадут аптечку. И желательно большую, а не маленькую. Так, давайте этих партизанов тут. Так, прикончили. Так, вот здесь вот. Смотрите, он был нарисован один, да, на карте? Ага, вот и выход. Нафиг, давайте отсюда сматываться. Я уже не буду, ребята, полную зачистку здесь делать. О, сундук, ну-ка. Конечно. Губежки раскатил, Рэй. Никаких тебе, блин, сундуков. Будешь тут помирать нафиг. Никто тебе не подаст, блин. Даже руки, глоточка воды. Никакой обоймы, никакой бензопилы. Личиночка готова. Ага. Так, я уже забыл, кто... Блин, да что ж такое, что за толстые скоты здесь? Пулеметчики! Эй-эй-эй, пулеметчики, вы не припухлили, а? Случаем. Ёпарсоте, ну... Ты посмотри, как у меня быстро тратится здоровье. Черт подери, по-моему, опять хана, ребят. Стимулятор дали, спасибо вам большое, ё-моё.
Он мне прям погоду сделал. Ой, я даже не знаю, ребят. И дробаш-то вроде бы такой великолепный. И раскачан я, и все. Ну не тяну, хоть ты тут что делаешь. Да, ребят, хана. Ребят, это просто жесть какая-то, а. Дичь, ё-моё. Это мне нужно как можно быстрее найти выход нафиг и смываться к ядре Нефени. Ну а чтобы найти выход, мне, естественно, нужно чистить монстров. Да, поехали. Попытка номер 79. О, вроде... Да ёпарасоты, опять этих уродов дают, а. Вот давали бы мне личинок до всяких там скорпионов, до паучков. Ну, можно еще духов взять, призраков этих. Так, хорошо, разобрались. Первая волна, как говорится, прошла удачно. Так, один пулеметчик. Фух, хорошо, что он один. Это три раза мне надо в него выстрелить, чтобы его подбить. Так, что здесь? Патроны бронебойные, ладно. Вот, вот это я понимаю, личинок. Просто с одного залпа всех сносишь. А тут пулеметчик притаился, а, гад. А на карте были нарисованы личинки у нас. Ладно, двигаемся дальше. Воу, ядрёна вошь. Ну почему мы не критуем, а? Я хочу, чтобы у нас проходили почаще криты. Чтобы они падали с удара просто-напросто. Так, ну ладно, выхода пока я еще не вижу. Ну, придется этого валить. О, вот это я понимаю, ребята. Вот это сейчас был крит. Стопроцентный, просто с удара свалили его. Вот, в говно их превратили. И уничтожили. И, к сожалению, выход-то не здесь, а вот здесь, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят, у меня патрончики закончились. Я даже не посмотрел, а. 16% у сердца всего лишь осталось. Да. Я не знаю, что будет, когда мы дойдем до 0%. Что с нами случится? Наверное, загнется у нас персонаж. Ой. Ладно, пытаемся с гранатометом. О, пошло дело. Ну, на самом деле, это лашпены. Да. Перезарядочка нужна. Вот. Хорошо. А здоровья-то опять мало. 361 единица. Черт подери, а. Скордер еще появился. И не дают. Не дают они мне, ребят, подхилиться. Во, вот, спасибо большое. Что-то мало как-то вы мне подхилили-то, если честно. Ну где тут выход этот хренов, а? Я не хочу с вами драться. Я просто хочу найти себе выход из этого ада. Слушайте, ну это звездец полнейший. Просто звездец. Я не ожидал, ребят, что вот так вот все будет. На самом деле хреново. Мы с вами так далеко не уйдем, если честно. Ну давайте возьмем Дельта Скаута. Да, как говорится, топор нам в руки. Хрен в брюки и вперед. Ядрёна воши. Вот эти фениксы. Я с ними еще, ребят, не сталкивался и не хочу, если честно. Пулеметчик. Оу, вы посмотрите. А пулеметчик-то слабак против топора. Так, шамблер. Ну, терпимо, терпимо. Ладно, хорошо. Блин, выход не здесь, ребята. Оу, я не знаю, что это за фениксы. Так, ну. Так, они на големов распадаются. Потом еще и скордеры. О, стимулятор дали. Спасибо вам большое. Ух, так, где? Нет, выхода здесь нету. Так, шамблер. Тут у нас пулеметчик, пулеметчик и шамблер. Давай. Отлично, с двух ударов закосили его. И, во, блин, покупаем, ребята, все покупаем, что находим. Ну, лучше бы, конечно, это был магазин подхила у нас. Вот он, большой медпак я получил. Смотрите, вот как специально, ребята. Выход находится в совсем другой стороне. Так, голем, пошел отсюда. Скордер теперь, а. Кредиты, кредиты, мало кредитов. Мне нужно много, больше. В сотни раз больше надо. Выхода до сих пор нету. У нас только с вами одно направление. Да, именно шамблера валить. И я надеюсь, что все-таки здесь у нас будет выход. Есть! Я вижу, давайте ящик возьмем. Топливо для бензопилы. И сматываемся отсюда к ядре, не фени. Да пофиг мне, что я не всех тут завалил. Оу, стопроцентный сундук. Да, ребята. Так, мне обязательно нужно посмотреть, что нам... О, еще карты. Ха-ха. Ну, давайте глянем вначале здесь. Медик. Так, улучшим его. Вальтер, какой-то пистолет. Кредиты. Обойму мы с вами нашли. И киборг. Да ядрёна вошь. 543 хп. Ё-моё. Да я его
Так, к бою готов, достижение я получил новое. Так, забираем сердце, давай, подхиливайся. 15% у моего сердца, ё-моё, оно практически полностью заражено. И я боюсь, превратимся мы в конце концов, не умрем, наверное, а в мутанта превратимся. Вот, скорее всего, вот это вот будет вероятность. Пока как-то нам фуфло все дают. Кредиты 750, дробовик. Все кисло, давай, медик, лечись. Кстати, я медиком не играл, вот. За всю игру практически никогда. Бонус к топору. Ребят, я надеюсь, что я сделал это не зря. Ну, понравилось мне, как топор здесь орудует. И, ЕПРСТ, ты что ж ты? Изуверы. Ага, а изуверы у нас, да, сильные как раз против оружия ближнего боя. Так, а это-то у нас кто, я забыл? А, психопауки. Ну, они ватные, это хорошо, это радует. Так, давай, ледяной паук. Ребят, вот желательно пауков ледяных валить сразу. Знаете почему? Потому что они замораживают оружие в твоей руке, и ты им уже не сможешь воспользоваться. Это вам так, на заметку, если кто-то играет. Кстати, эта игра у нас, здесь она называется Супер-пупер Турбо-демон Бастер, да? Вот. А на мобиле она называется Dead Shell. Если кому интересно. Так что, ребята, можете скачивать там и играть в нее. Но этот порт у нас, ё-моё, более-менее, как сказать вам, улучшенный. Много здесь чего добавлено, чего нету на андроиде. А играю я на ПК, на компьютере. Да ты, у меня слов нету, ребят. Я вот готов, знаете, просто ворваться туда и всех их перепинать нафиг. Лично. Я уже не знаю. Вот, ну давайте снайпер. Ну снайпер, наверное, он хотя и критует, но по одной цели. Понимаете, в чем дело? По одной цели, а их тут, как видите, целые гурьбы, толпы. Так, феникс, шамблеры. Ну почему ты не критуешь, а? Ну почему? Ну я ж тебя так хорошо раскачал. Ты ж такой молодец, ты умница. И почему-то меня подводишь, а? Ну все, у него половина уже здоровья нету. Куда мне тут тягаться? Бумеры, ё-моё. Гуль... Ё-ПРСТ-шечки. Вот это отгребаем мы. Я уже даже не знаю, кого и брать, если честно. Дельта десант, дельта скаут. Ну, дельта скаут в данный момент у меня вот единственный, по-моему, персонаж с топором, который еще хоть как-то может продвинуться здесь. Ну, вы сами это прекрасно видели. Ну, потрошители в задницу тебя. Во, вот это я понимаю, вот это хорошо пошло. Так, что, мы тут опять, что ли, это сажа какая-то еще? Какая еще сажа? Откуда она взялась? Раньше таких не было, уродцев, и я их не открывал. Здравствуйте, приплыли. Сажа, вали отсюда, это, ну, это щенок. На самом деле, разбираем его с полтыка. Я даже не напрягаюсь, если честно. Кого я хочу обмануть, а? Самого себя. Конечно, на самом деле, ребят, я очень сильно напряжен. Оу, кстати, ребята, а вот и выход. Я вижу, родной наш выход. Но этих зомбарей, я думаю, можно и так пошвалять ради прикола. Тем более, вот это вот сажа, мне она нравится. Довольно легкий противник. Поэтому будем их разбирать. Потрошители, вы нам не помеха. Так, ящик, что у нас? На. Так, ну здесь, в принципе, тоже все легко. Просто на пару ударов, и они готовы, лежат. Да, можно, в принципе, даже зачистить, я думаю, полностью этот этажик. О, стимулятор даже дали, замечательно. Слушайте, во, аптечка у нас. Можно подхилиться, но зачем? Когда мы и так всех разобрали, верно, ребят? Хе. Ну, фиг с ним, давайте. 220 это для нас не деньги, мы куда больше тратим на боеприпасы, да, скажем так. Все, ребятушки, отлично. По-моему, полная зачистка у нас здесь прошла на 100%. А это есть шанс выиграть себе ящик. А ну-ка посмотрим, что нам тут дадут на рулетке. Ящик, есть все-таки ящик у нас. Ну, вау, он еще и выпал нам. Ху-ху. Круто, что я могу сказать. Так, о, и этот у меня прилетел. Отлично, ребята, сердце подлечили маленько. Так, отправляем его дальше. Тут у нас, во, задание, как говорится, выполнили. Ну и давайте посмотрим, что же нам выпадет все-таки из ящика. Так, кредиты. Обойма. Дальше у нас Крюгер.
Еще обойма, блин, вот обойм сколько дают. И дробовик, опять фуфло все дали, а. Ничего толкового, ничего путевого. Дайте мне какой-нибудь новый вид оружия, помощнее, посерьезнее. Что я с этими пукалками бегаю вечно, а? Вальтер, отличный Вальтер, я вам скажу. Так, все это у нас на разборочку. Так, и гроза М2 тоже уже не актуальна, если честно. Ну все, ребята. Так, 8000 есть, бонус к здоровью. Ой, ё-моё, там нужно будет потом 10 косарей заплатить за следующее улучшение. Слушайте, ну если у меня будут такие деньги, я обязательно вложу. Наверное. Посмотрим, как дальше будет себя вести у нас скаут. Ну-ка. Ай-яй-яй, здесь как-то херовенько. Ну да ладно, главное выдержали. Так, ледяной гуль, вот, кстати, тоже противный, а. Да что ж такое-то. Что-то как-то мы с гулями очень тяжело справляемся. Так, призраки, но удар просто. А вот гули нет, гули сопротивляются. Что-то я сразу, ребята, вспомнил Fallout Shelter. Мне так захотелось поиграть в него почему-то. Гули, там то же самое. Так, ну что, давайте, наверное, попробуем разочек шмальнуть со Шреддера. Прокатит, нет, как вы думаете? Есть! Отлично сработано, ребята. Не зря, не зря. Хотя было сомнение, но... Вот и выход. Оу, сматываемся нафиг к ядре нефини. Оттуда. Ну, дашь сундук, дашь мне? Есть, ребят, ну это фарт просто какой-то. Хоть где-то мне везет, ё-моё. Ух... Так, давайте-ка быстренько посмотрим, что у нас тут. Только быстренько. Так, гроза М2 фигня, бронебойный. Тоже фигня, в принципе. Этих вообще у меня 4000. Опять 10 бронебойных. И дробовик. Да что ж ты будешь делать, а? Вот они, охламоны, не дают. Ладно, ребят, если мы пройдем сейчас с вами вот этот уровень, у нас будет следующий бонусный карты. Так, кто у нас тут? Потрошители и... Ой-ой-ой-ой-ой, извурги. Я уже, ребят, по привычке, я думал, что я с топором. Ой, как тут все запущено-то, а? Как запущено? Я, ребят, знаете, уже, грубо говоря, ищу короткий путь к выходу. Потому что мало того, что мы здесь с вами можем погибнуть, так у меня еще, извините, там сердечко-то барахлит. Очень мало процентов, и я хочу как можно быстрее и дальше пройти. Ящик. Ага, тут кредиты. Неужели мне придется через вон ту заваруху проходить, а, ребята? Чувствую, что придется. И здоровьица-то у нас нету. Ёпарасете. Ух, ё-моё. Мне кажется, знаете, что игра делает специально. Так, давайте вот это сделаем. Ага. Ить! Да, к сожалению, погибли. Что игра делает специально, ребята. Вот я иду по короткому пути, ну... Якобы хочу найти выход. Иду по тому пути, где он должен быть. А игра, опа! И с другой стороны его специально делаю. Вот впечатление почему-то именно такое складывается у меня. Кто тут? Ё-моё. Так, вон там у нас есть подхил полный. Поэтому, ребята, нам нужно как-то до него дожить. Ну а пока, конечно же, будем воевать. Главное, чтобы нам не встрять в такую бойню, где я не смогу выбежать. Оу, ты посмотри, как меня тут забаловали. Естественно, когда есть аптечка, где я могу купить себе здоровье, они мне подсовывают медикаменты. Ну вы посмотрите, а. Ну разве это не специально сделано? Да, по-моему, специально. Ладно, возьмем ураган и попробуем покарать. Ну-ка, есть. Вау, шикарно. Вот это мне уже нравится, вот это уже хорошо. Давайте-ка вот этих вот теперь олухов. Хе-хей. Воу, ну, и у меня нет слов, ребят. Когда тут все легко и просто, они мне дают стимуляторы, пакеты, да. Все как полагается. Как только ничего нету, ни оружия, ничего, и герой у меня фуфловый, ничего тебе не достанется. Так, ловкий зомби, ты не слишком ли ловкий, а? Тебе так не кажется? Я не помню, что за дела-то, ё-моё. Прыгает он мне тут, кузнечик, блин. Так, ну-ка давайте-ка, ребят, наверное, мы с вами... Я даже не знаю, попробуем, конечно, попробуем. Прокатит, нет? Отлично, все нормуль, хорошо, воу. Да, я думаю, что, наверное, мы здесь полностью с вами все зачистим. Ну давай, стреляй, главное, да? На, получи. Расспросил, сам же. Так, а здесь, ну, с этими разберемся. Это потрошители у нас.
Все, готовы. Так, здоровья, ребята, у меня маловато, конечно. Вот это мне не нравится, если... Вот и выход, отлично. Все хорошо, все изумительно. Дайте я добью этих говнюков мелких. Ловкачей, да, полная зачистка. А это значит, что, ребята, мы с вами получаем шанс выиграть сундучок. А сундучок вы сами прекрасно знаете. Он идет рандомно, и можно получить хорошую плюшку. Но есть, есть все-таки. Оу, ну ё-моё, вот это у меня рука. Просто везучая. Давайте смотреть, медика можем улучшить. Так, вихрь М2. Кредиты 500, отлично. Ракеты, две штучки, пригодятся. И матка. Это что еще за хрень? Блин, час от часу не легче, ребят. Ё-моё, я... Ей-богу, я не знаю, что делать. Вот с такой тварью я еще точно не встречался. Давайте смотреть, что нам выпадет здесь, в конце концов. Кредиты 3000, вот это вот порадовали папочку. Так, батарея, кредиты 750, маловато будет. Бензопила какая-то говеная, даже две штуки. Ладно, это мы, ребятушки, сейчас с вами быстренько сплавим. Главное, что медик у нас по уровню вырос. Но это, ребята, зря, потому что мне медик-то, в принципе, и не нужен. Мне бы лучше бы дали бы скаута, в конце концов, или командоса улучшить. Вот тут бы я был бы рад, поверьте мне. Так, давайте мы, наверное, вихрь продадим. Так, вот, пилы эти тоже продадим. Они нам нафиг не нужны. Все, по-моему, да? Так, гроза М2, нафиг, иди отсюда. И дробовик вот этот тоже продаем. Да, ребят, совсем немножко мне не хватило. До 10 тысяч в бонус к урону. Так вот сделаем мы с вами. Все, я, ребята, практически все, как говорится, свои надежды, 12% у сердца, возложил именно на скаута. Все, если она меня подкачает... Ой-ё, парасете! Я не знаю, что это за матка и как с ней драться. Надо смотреть. Ну, их тут везде очень много. Не знаю, если у нее иммунитет к топору, это будет плохо для нас. Сразу вам скажу. Так, две ракеты заработали. Это хорошо. Так, зомби-солдат. Ага. Ну, тут-то ты не увернешься. О, стимулятор дали. Вот это хорошо, ребят. Ладно. Здесь у нас выхода нету. Голем, пошел отсюда. Вот големы, ребята, распадаются на скордеров. Я уже это говорил вам в прошлых сериях, всегда повторяю. Матка. Ёпарасете. Да ладно. Нет, все-таки разобрали. Но мне показалось, что она жесткая. Может быть, мы просто по ней кританули случайно. Ладно, главное, что здесь есть магазин аптечки, где я могу подкрепить себе полностью здоровье. Так что, в принципе, я на полурасслабоне буду здесь играть. Так, ё-моё. Так, переключаемся, ага. Стимулятор, стимулятор, замечательно просто. Есть шанс, ребята, пройти, полностью зачистив эту комнату. Если, конечно, не прижмут меня тут слишком сильно. Кредитов очень мало, патронов очень много. Зомби-солдат Лашпен, просто на удар я его снес. Видно, кританул довольно удачно. Жалко, здесь нельзя, ребята, вот эти вот повышать мастерство свое. Ловкость, уворот, крит, меткость. Вот таких параметров нету. Все зависит от моего, как говорится, оружия. Ё-моё, откуда скорпион взялись-то еще? Хе-хе-хе-хей! Медпакет, отлично! Блин, а врагов-то все больше и больше. Вы достали уже, а на самом деле. Блин. Так, погоди, что... Оу, кончились, ребята, у меня снаряды. Чуть было не попал, фу. Так, кредиты здесь у нас. Тут две ракеты. И тут бронебойные, да? Значит, давайте, наверное, восстановим здоровье себе полностью. Слушайте, я, наверное, думаю, что мне нужно искать уже выход все-таки. А не рассусоливать здесь. Да ладно. Вот тебе, ребята, и ладно. Шреддер. Очень, ребят, очень мало зарядов. У Шреддера всего 4 штуки. Вау. Слушайте, матка-то, оказывается, боится плазменного оружия-то. Вот что я увидел. Слушайте, это может нам сыграть очень хорошо на руку. Но единственное, что у нас всего два, ребят, последних заряда. Кармане, эта матка, кстати, вылупляет скорпионов. Вот в чем преимущество у нее. Ну, как вы знаете, со скорпионами мы справляемся просто... Фу, как семечки. Вот и выход, ребята. Все нафиг, валим. Конечно, можно было бы там зачистить все, но не будем рисковать. О, 100% шанс, да. Так, ребят, две комнатки проходим, будут карты у нас. Ну-ка, заценим, что нам здесь выпадет. Кредит 3000, вот это хорошо, вот это вот самое то, что нужно мне. Так, обоймы, 16 патронов.
Бля, я уже столько накопил себе патронов. Я автоматчиком никогда, ребята, практически не играл. Он мне не нравится. Он стреляет, конечно, очередью, но так фуфловенько. И причем по одной цели, ну, не актуален он. Ладно, была не была, перекрестились и побежали. О-о-о, это кто такие? Это кто такие, я вас спрашиваю. Я таких уродов еще не видел. Ладно, там матки, ладно, там этот скрамберл, херамбер, как его там, шамблер. Вот, а это киборг. Это ки... Ну и... Да ладно. Понятно, ребят, ну конечно, против киборга с топором это просто безумие. О, выход, хе-хе-хе, мы их всех надурили. Круто, ну это просто повезло, ребята. Это просто повезло, потому что... Так, дай сундук, дай сундук. Нет, нифига. Слушайте, я... Блин, ё-моё, с каждым разом появляются все новые и новые какие-то монстры. И здесь у меня, боюсь, скаут мой будет проигрывать по полной программе. Потому что, ну чё он там, да, против железа с топором-то побежит. Естественно, неудачно все это у нас будет выходить. Ладно, ну а пока разбираются эти все олухи, будем разбирать. Так, горящий зомби какой-то крепкий довольно-таки. Вообще зомбари вот против ближнего боя всегда крепкие. Ну правильно, тупое ходячее мясо, попробуй-ка его разбомбить. Ему-то пофиг, естественно. Так, стимулятор. Слушайте, у меня там что со здоровьем? Меня кто-то хотел там травануть маленько. Я успел это усечь дело. Какое-то отравление маленькое идет, я же вижу, ё-моё. Кто-то травит нас. У кого такая способность? У какого? Наверное, у зомбаря, блин, а? Вот так вот, встан их всех. Да, шансы, ребята, у нас ставят прямо на глазах. Где выход? Мне нужен... Блин, мне срочно нужен выход отсюда. Нафиг из этого ада, а? Где же ты? Вот он выход, родной ты мой. Красотулечка, да, я тебя поцелую. Все, смылись мы все-таки, ребят. Ну что же, ну тут нечего ловить нам. Ну, хотя бы дали снаряды. И вот они, бесплатные, хорошие, красивые наши карты. 3000, вообще шикандос. Еще тысячонка сверху. Так, бронебойные, это фуфло. Картечь тоже, в принципе, фуфло. Ну, для... да ядрёно ты, вож, еще полтергейст открылся. Вот не хватало мне тех зомбарей, всяких тварей, как еще полтергейст здесь, а, появился. Ну, ё-моё, они меня, ребята, просто зажимают со всех сторон, чтобы я вообще ничего не смог здесь сделать и никуда дальше пройти просто-напросто. Так, у меня почти 8 тысяч, продать я ничего не могу, соответственно, денег тоже заработать не могу. Так, ну, хитрая уловка, я думаю, что не стоит прокачивать. Ладно, давайте, ребята, поехали дальше. Ну, вы понимаете, да, что я его хоть и называю скаут, на самом деле это дельта-скаут. Просто дельта-дельта, там у нас есть просто еще один скаут. Так что вы, ребят, не путайте, пожалуйста. Ищем, ищем срочно отсюда во выход. Ага, замечательно. Так, этих порвали. Я надеюсь, что мы с вами идем в нужном направлении. Так, червяк у нас, как обычно, трансформируется после смерти в личинку. Но здесь нифига. А вот изувер-то как раз хреновенько идет под топорик у нас. Так, падальщик, это фуфло все. Мы его разобрали. Ну, так, отлично. Он нам открыл дальше. Куда нам рвануть? Так, попробуем, попробуем, ребятушки, здесь пробиться с боем. Угу, ну нужно... Вот, вот он выход, есть. Естественно, я буду на всех парах отсюда убегать. Но я боюсь, я добегаюсь до тех пор, пока не найду таких врагов, где они меня просто зажмут. И, так, город какой-то. О, мы до города добрались. У сердца, ребята, 11%, это очень мало, очень мало. Это я не успеваю просто-напросто его отхилить, к сожалению. Как говорится, я даже не встречал здесь уже давно магазина, где покупаем мы этот шприц специальный, который отлечивает именно наше больное зараженное сердце. Давненько, давненько что-то оно нам не попадается, и меня это немножко расстраивает. Зато медпакеты нам дают, это хорошо. Так, давай-ка вот этих вот накажем. Гаргуля, успокойся. Так, ну это фуфло. Блин, я думал, здесь будут только скорпионы, ага. Как же скорпионы. Черт подери, здоровья у нас очень мало. Даже не знаю куда. Наверное сюда, ребята. Отлично, тут порвали мы их. Дают нам кредиты. У-у-у. Нету, здесь тупик. Значит сюда попробуем. Так, зомби-солдат, как же вы мне не нравитесь, а, солдатики эти. Здоровья мало, ребята. И как видите, аптечек нам не дают.
Ну, если не здесь, о, финиш, ребята, финиш просто-напросто. Других слов у меня нету. И 10% у сердца всего лишь осталось. Можно только лишь всплакнуть в подушечку. Ну что же, ребята, давайте, наверное, завершать этот выпуск. Всем пока, до скорого, увидимся еще.